так далеко зашло. Профилактические беседы проводятся с отдыхающими у воды в тех местах, где купание запрещено. Людям объясняются правила купания, рассказываются места, где можно купаться. У нас это карьер в парке отдыха и логово Скорпиона. Это, в принципе, у нас разрешенные места для купания. А что касается государственного надзора за маломерными судами, значит, осматриваем маломерные суда, выявляем какие-либо нарушения. Если нарушений нет, то нет. Если нарушения имеются, то составляется административный протокол. А в основном это пренебрежение безопасности в плане спасательных жилетов. Люди некоторые забывают спасательные жилеты на берегу, либо бывают такие случаи, что вообще не берут их с собой, забывают дома, там не влез, не вместился, забыли, не взяли. Ну, в основном нарушения незначительные. Тратились бюджетные деньги, отдаем эту часть, они там передают уже следуем водоемам.